И к другим темам. В дагестанских огнях проводят в порядок улицы в рамках проекта «Мой Дагестан, мои дороги». В городе после ливневых дождей сильно пострадало дорожное полотно. Всего здесь планируют отремонтировать 12 улиц. Все работы по реконструкции проводят с внесением предложений от жителей города. Подробности у Любавы Масловой. Улица Олега Кашевого – важная транспортная артерия города. По ней проезжают многие маршрутные такси. Поэтому с нее начали реализацию программы «Мой Дагестан, мои дороги» в дагестанских огнях. Работе помешали продолжительные ливни. Основу улицы подмыло, асфальт пришел в негодность. Комиссия выехала на место, чтобы проконтролировать ход работ. Сегодня они проложили уже одну сторону улицы, да, пол улицы. Это говорит о том, вот рабочие все работают, делают, помогают. Власти активно сотрудничают с жителями. Горожане вносят свои предложения по реконструкции дороги. Управляющая компания оперативно реагирует на все жалобы. И вот уже виден результат. Спасибо, да, что сделали нам дорогу, нашим детям, в школу идти, чтобы проходить. Спасибо нашему главному тоже, главе администрации, всем работникам, которые работают, делают дорогу. Спасибо. Всего в дагестанских огнях пройдет ремонт 12 улиц. Бюджет программы составил более 45 миллионов рублей. Все работы будут завершены до конца этого года. Любовь Маслова, Камила Раджабова. Время новостей. Дагестанские огни.